А, ты купил, реально только тебе досталось, походу. И теперь вопрос, раз уж у нас общий баланс, если мы покупаем меч, то он достается и тебе, и мне, или только мне? Я думаю, одному он достается. Покажи ну, хотя бы его. Вот, ну, ты посмотри. Посмотри, какой красивый, а. И урона в два раза больше. Ну вот, ладно, забирай свой купленный новый меч. Так, кстати, а по нему нажимай. Смотри, зелье можно купить. 30 рупий, красное зелье. Купи, 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 купи. Ну, я бы не сказал, что что-то работает. Я так понимаю, он скамер. Ой. Че его разделал? Ну, одень обратно. О, вот подожди, так подожди, хотя бы. Да-да, вот, вот все вот так вот. Теперь он герой. Блин! А, Джонни! Джонни, не оставляй мне полсердечка! Давай, так, ладно, давай, работай. Чувак, забей, смотри, на половине сердечка сейчас зачищу всю волну. Тупо чекай. Чекай. Смотри, это мясной, изи. Мясной, забивной парень. Блин, ну у него урона, кстати, меньше. Но он бьет, зато смотри, да быстрее ты... намного. Урод, вообще крутой меч. Все, пойду отдавать. Давай, иди. Так, я быстрее. Пошел процесс. Мой черед. Подожди, чё? Заебись, блядь. У нас, походу, один герой. А, ты посмотри, реально только один меч можно бахнуть. Чё, смотришь? Вон туда хочу пойти. Ах ты, это тебе герой! Развели просто мамонта. Сегодня у нас будет два верстака, у каждого личный. Ни хрена ты придумал. Я даже вначале не понял. Вот, вот тебе верстак, вот, а стоп, откуда у тебя? Ты скрафтил, да? Нет, ты что, не бывает такого? Котик, иди ко мне. Ладно, котика оставим живых. Проверка на алфажность, как я котика в летсплей назвал? Чего? Ты че, ебан? Такие классные животные, которых ты любишь. Это что сейчас было у меня? Это было жестко. У меня взрыв курятина произошел. Вот теперь я тебе говорил, нельзя убивать курятина. Пожалуйста, хоть бы повезло. И не повезло. Я тебя умоляю, просто выкинь всякое говно. Я вот. Так я тебя не могу выкинуть. Ясно. Все, я устраиваю тебе бойкот на всю серию. Я больше не буду с тобой разговаривать. Ладно. Ребят, короче, прямо сейчас нам нужно найти лаву. Что, надо найти лаву тогда, лаву, получается, нам надо найти. А, я не знаю, где тот я ходит. Даже, кстати, знаю, где можно найти лаву, потому что я где-то ее видел в той стороне. Так, поэтому, я слышал, что один сюда. Чувак знает, где есть лава. Пойду за ним, вон он ходит. Так, короче, я думаю, что это будет самый быстрый спидран, я буду быстрее, чем вот этот вот какой-то нубик за мной идет. Без дома еще самое главное. О, смотрите, что я нашел! Блин, жалко то, что не с кем поделиться. Офигеть, такая крутая штука. Блин, что там, курятин? А, я вижу! Ты это кому говоришь? Это разрушенный... Да, это разрушенный портал. Найс. Ты так тихо сказал, будто, знаешь, к экрану немножко приблизился. Так и... У меня оптифана просто нет. Я реально приблизился. Твои слова водится. Твои слова водится. Так не годится. Крепость найдена. Нужна рифма. Что-то на ца. Пора лутаться. Нормально. Твои слова водится. Чё ты? Сделай проще, вот так. А, ой, давай в лаву. Ой-ой-ой. Еще. Нет. Бля! Ой, бля. Сука. Я бомж. Подожди, у тебя же броня осталась, да? Боже. Давай. Я себя ненавижу. Да не только ты. 200? Нет, я не 14. Пойду. Я не могу. Я вижу тебя. Налево. Обернись. 3,60. А, постучи по в ладоши, посмотри под подушку. Делай давай портал. Как я умею. А, как ты умеешь? Нет, ладно, шутка. Как ты умеешь? Да, бля. Так, дай мне, пожалуйста, эндерпернул. Эндерпернул у меня 127. Слушай, если ты меня догонишь, то, в принципе... Бля. Я догоню и заберу весь слот. Что надо бросить тонущему негру? Я не знаю. Его семью. Бля, такой старый анекдот, я вспомнил его. Это ультра старый анекдот. Какая разница между старой черной мамашей и слоном? Не знаю. 20 фунтов. Бляха, я ненавижу эти анекдоты. И так люблю. Мы с голым торсом убивали дракона. Ну, в смысле, ты-то всегда умирал, а я убивал. Так, сейчас кто-то умрет. Нет. А, у меня
меня пол сердечка, что ты делаешь? Сейчас будет ноль. Так, мне нужно умножить инвентарь, уважаемый. Да отстань, ну Джонни, ну отстань. Так, Джонни, Джонни, отстань. Чё за хрень происходит? Что это сейчас было? Чё происходит? Там что, TNT, что ли? Откуда у тебя TNT? Отстань, Джонни! Да господи! Куда? Куда? Валим, валим, валим! Спидранер против охотника! Ух ты, сука, смотри, хитрый. Не забывай, что арбалет-то у меня. Кто там на шифте встал? Я слышу все прекрасно. Реально спидранер против охотника начался. Где, сука? Нет, 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 нет. Ну ты так близко ко мне бегаешь, конечно. Уэйки, уэйки. Ну ты не мог мимо этих криперов пробегать просто. Да ты прекрати уже эту фигню, а? Мы не снимаем спидранер против охотников. Резкая тема ролика поменялась. Ага, кто там верстак поставил? Это не я. Да? А вон он, ребята, я его вижу, вон он. Смотрите, что-то там строится. Все, погнали, короче, вот сюда. Опа, чей там никнейм? Слушай, ты нашел? Не-не-не-не-не, стой, 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 где ты? Где ты? Стой, 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 зараза, стой! Так, тихо, тихо, ребят, быстро, 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 быстро. Так, тихо. Куда? 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 Ты что делаешь? Ух ты! Ну иди сюда, ну иди сюда, давай, 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 иди ко мне. Ах ты, зараза, ах ты, зараза. Своим арбалетом ссаным. Ах ты, ух ты, сука. Не зря алмазы нашел, походу. Вот, да, сука. Лысый, блядь, крутанул. Так-то, спидранер победил. Джонни! Заберу тебя, лисичка, будешь ты моя. Ой, блин, улетим на моря.